Блин, просто почувствуйте, каково мне сейчас. Машина весь день, ну, какой весь день, короче, она стоит на жаре. Уже не знаю, сколько тут нагревается. В Нижнем Новгороде 32 градуса. Все просто ошпаривающе горячее. В общем, приехали в Нижний. Сейчас мне нужно будет вот своими ручками это все разобрать. И врываемся на тренировки. Я очень скучала. Так, ну что, тренировки начинаются прекрасно. Великолепно. И не была на этой трассе целую вечность, соскучилась. Мне очень нравится Нижегородское кольцо, одна из моих любимых трасс. Пусть их здесь не было аж 2017 года. И хочу сказать, что ехать здесь на нем максимально комфортно. Да, есть свои нюансы, есть свои приколы, но в целом я себя чувствую вот как 5 лет назад, когда я впервые приехала вообще на эту трассу. В общем, все круто, только очень жарко. Что мне не нравится? Греется масло достаточно сильно, но это, наверное, все-таки из-за жары. У меня, в общем, воздушный шланг забился под распорку, под капотом, и почему-то, ну, держались постоянно высокие обороты двигателя. Ничего не могла понять, открыла капот, думала, может, тросик этого тросселя заела. В итоге капот закрыть не смогла, потому что очень тугие замки. В общем, поехала с открытым капотом, а так как обороты все время поднимаются, машина начала разгоняться. В общем, капот открылся. Я думаю, да господи Иисусе. В общем, не без переключений, но ничего, кайфую. Короче, я сгорю механику. Слушай, надо на сход развал тачку загнать, проверить, что там и как. Машину вправо ведет. Он говорит, я не хотела тебе говорить, но у нас на жопе стояли колеса. Разные по высоте и по ширине. Ну, просто за ним долбало возить типа эту шину с собой. Надо было ее дотереть, я уж так тебе поставила. То есть, ну, просто ездил на разных шинах, а чё нет, нормально.